Мы только вернулись из поездки и встречи с муниципалитетом, встречались с послом Никосии, встречались с мэром города в Ларнаке и подтвердили установку якоря и открытие его летом этого года. Причем нам было предложено несколько мест на выбор, и практически мы провели переговоры не только с мэром, мы провели переговоры с главами депутатских фракций, получили 100% одобрение, и, в общем-то, сейчас уже технический процесс, назначение даты, там процесс перевозки якоря, назначение даты открытия. Якоря были заказаны, как вы знаете, они есть в департаменте экономики, они не ожидают того, куда они будут перечислить. Я не владею этой цифрой. Все, что связано с транспортировкой якоря, мы эту цифру, естественно, будем заключать официальный договор с авиакомпаниями, но на сегодняшний день, по предварительным просчетам, это будет порядка там 60-70 тысяч гривен. Все остальные работы по установке благоустройства берет на себя Ларнака, как город-партнер. Вообще планировали, что это будет в Ларнаке. В 2004 году был открыт парк Одесский. Мы были там, он действительно очень красивый, там очень много вокруг строящихся районов, активно застраивается, но мы подумали о том, что все-таки якорь и набережная – это как-то более связанные вещи, и вот сейчас рассматриваются два вопроса – или в самом парке Одесском, или все-таки на набережной, но мы больше склоняемся к набережной.